раньше сообщество Ликсы. Вот сейчас есть группа Ликсов. Ну, там, Ликсы. Вот, там получается. Ну, они выкладывают все, что там выходит обновление, там, ну, новости рассказывают. Вот, было сообщество Ликсов и там в третий клан, если я не ошибаюсь. Вот, и желторотиками начал командовать. Вот, начал, командовал по шаблонам. Даже то есть руку набивать. Да, по шаблонам. Даже сейчас, периодически просматривая, у меня флешка сохранилась. Скрины, когда играл бойцом помидора, скрины, как наступление сетапы, чтобы не забыть там, вот. Настолько даже было. Ну, в принципе, нормально, это типа подготовка, считай. Вот, и тупо по шаблонам командовал, потом начало своего, через где-то месяцев 7, начало свое в голове видение вырабатываться. Вот, и... просмотр стримов, даже сейчас стримы по КДБС формата смотрю, чтобы держать себя, как говорится, в тонусе. Да, и... Но я так понимаю, но мало кто стримит же, да, вообще? Получается? Ну, сейчас, да, раньше как-то побольше было, сейчас вот... вообще что-то... Тогда, вот года два назад что-то прям, ну, до хрена народ стримит. И средний рот, и там стримили, даже средний рот ты иногда смотришь, там что-то из себя, для себя выберешь. Сейчас, не знаю, кто-то помидор, несквик, кормы, все. И то кормы мало стримят, а хочется, чтобы больше смотреть материалы для себя. Да, мы сейчас, видишь, больше фан-формат такой. А этот как его... А, блин, жалко, что Гром Тор не стримит. Гром тоже перестал, он же раньше тоже стримил. Да, но он на опыте, он, считай, сильный полевой, роты сильные у него. Они вообще нас в последний раз там 3 раза, что ли, напинали. Вот, и к тому, что, ну, кому-то так посмотреть, подучиться. Вот тут, кстати, танк уже. Зрители, еще раз всем привет, отвлекся, совсем заговорился. Вот, всем здрасте, спасибо задавить. Огромное вам за лайки, за подписки. Вы лучшие, спасибо вам огромное. Скоро проехал позицию. Да, я сейчас к нему приеду, упорно, как бы, огрею дубины по голове. А, это КД? Потому что позиция, такая дурацкая позиция, кстати, вот это, ну, если ее не отбивать. Да, согласен, она просто не дает играть оттуда. Угу. У меня на маусе какие-то пульки летят сверху, как, не знаю, как фугасы, не пойму, в чем проблема. Скорб чухнул, короче, и бежит. Не захотел фугасика тебе получать. Да-да, не, я не попал просто. Ой, нифига. Скоро вообще что-то ломанулся нормально, так. А, нормально, ты ему пугарбу дал. Так вот, и начал ты этими желто-зелеными командовать. А, ну, начал какой-то свой костяк сформировываться, даже несмотря на статистику. Вот, и... А, кстати, сначала чемпионку начал я командовать. На восьмерку вот. Ты мешал? Да, чемпу, фарм с этапом. Тут же куча нервов потратил на это, и потом как-то... Понимаешь, там бывают такие моменты, когда, ну, я привык на максимум всегда выкладываться, неважно, там, КБ, чемпионка, там, ну, КБ это уже сейчас немного на пофиг так играешь, лишь бы пофармить чемпионка, АБС, то есть играешь на максимум, а людям некоторым пофиг приходят и... Вот, ну, это да, нервничаешь, это... когда да, ты хочешь это... на максимум, а люди там, им... Они совершили ошибку, то им пофиг. Дальше, тупо next. Это, вот. Короче, проблема любой роты начинающей, когда вот начинается разделение игроков. Те, кто хотят потеть, те, кто хотят в удовольствие катать. И потом, ну, собственно, никогда не уживается и разбегается. Вот, и да, вот помню, смена вот этого всего, то есть пятерку человек в роту наберешь, один из них... который мне подходит, меняешь. И вот каждую неделю 5 приходит, 4 уходит, а один остается. И долго-долго так коллектив формируется. О, меня что-то вообще прям унизили слегка. Все позиции забрали у нас. Их добиваю. Скорб типа забайтил. Да, формирование. А потом дальше в какой клан пошел? Когда уже... Потом, получается, отыграв... Я был у Помидора еще в клане Exile. Вот, в тот момент, я помню, они вышли и пошли в психи. Вот, и я понимал, что там есть какое-то спонсорство в Exile'ах. И думаю, надо вместо Помидора подсидеть. Вот, написал, и первое, получается...
ЗП Роти выбил по 2500 голды, помню. Вот туда пошли и начали играть укрепрайоны, наступление. Нормально. Вот, и потом получится, ну, как всех рот происходит. Ты начинаешь играть, начинаешь выстреливать против сильных рот, тебя начинают замечать, начинают, да, начинается идти слухи там спонсорам-командирам клана, что вот есть такая рота, которая может там какую-то там сильную роту победить, начинает замечать, и, ну, опять же, это не, может, нельзя сказать, как там в жизни карьерный рост, ну, как-то рост пошел. Ну, в игре, рот, да, вот. Командира. Вот, и потом получается. Причем, вот, ну, люди, короче, которые, например, смотрят там стримы, они не в курсе, как это формируется, потому что я, ну, понимаю, про что ты говоришь, да. То есть это настолько длительный процесс, настолько он долгий, геморройный. Но он кайфовый, вот я тебе скажу. Кайфовый, потому что вот сейчас, сидя в психах, до того, как попасть в психи, у тебя нереально желание, то есть, чтоб, ну, тебя конкретно заметил там топ, один из топовых кланов, там, и, вот, чтоб тебя пригласили, грубо говоря. У меня было там 2 или 3 раза, когда я должен был пойти ротой в психи, но там те или иные моменты, там, то другую роту взяли по решению, там, ну, опять же, ошибочное было решение у команд состава, вот там, другие роты, вот, и должен был намного раньше в психи попасть, но никак не получалось. И вот именно вот это время, статус роты, когда она, ну, нереально прогрессирует, ждет, когда там, грубо говоря, ее в топ. Позовут. Да, 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 да. Вот это ощущение, чтобы рвать, рвать, рвать. А тебе сейчас сколько лет? 21. А ты когда начал командовать вообще? Три года где-то. Может, чуть-чуть побольше. Что с прицелом? А, в игре, ну, довольно давно. 2012-го. А, ну, 6 лет. Все, в 15 начал, 18 уже где-то, ну, где-то. Спасибо огромное за поддержку, зрители. Спасибо вам огромнейшее. За лайки, за подписки, за донаты. Вы просто лучшие. Мало отвлекаюсь сейчас, потому что рассказываю. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь. Тащим все это, да? Да, это тащится. Это тащится, изи. Легчайшее. Что-то меня тут оккупировали. На тебе. Я разговариваю, даже не замечаю, что побои идет. Да, это есть такое. Это вот эти все разговорные стримы, они вот в таком. Маус, спасибо, что ты есть. У меня там арта взяла за меня. Пока зарядить. Где он стоит там? 6000 натачил. Ну, сейчас допотеем тогда и продолжим болтать. Я, походу, уже допотел. Просто всех нас зажали. Га, я без урона дал ему, это как вообще? Меня уже фугасы зарядили. А ты семку не видишь? Нет. Семку? Нет, нет, нет. Блин, я этого упустил. А, блин, меня уже... Вот отсюда я пазик. Ну я думаю, кстати, здесь реально можно потащить, если ты этого убьешь, этот ваншотный. Блин, ПТ-шка фуловый. Но ПТ-шка фуловый, зато эти два ваншота, а ПТ-шка тебя же может не пробить и все. Но у нас из ХП есть. Ой-ой-ой. Нормально, реально все можно потащить спокойно. Только под арту не поставляться и все. Фугас заряжать. Тянет, что мы шот, но они фугасы им могут просто нам ляпнуть и все. Ну да, ну он может не догадаться, типа захотеть так там, как скилловичок. А, это нет, я догадался фугасом. Lucky Strike пишет: привет, чувак, чатку, приятный созводный, привет, с наступающим. Да, зрителей с наступающим. У раньше как-то, если честно, новые года, не знаю, может быть это со возрастом,
так, старею, как говорится. Ну, чувствовалось там за 10 дней прям Новый год, там ощущения какие-то. Сейчас почему-то такого не испытываю. Да, не знаю. Может быть, с возрастом как-то. Или в танки переиграл уже. Танкист. Упс. Нормально фугасами. Ну, вафля стрельнула мимо тоже фугасом. Больше она мне не даст ошибиться. Нормально. Так. Сколько ХП у нее? 500? 578. Ну, фугас можно брать теоретически. Нормально, ты уже 7 фрагов наглотил. 9 хп, ну не знаю, вылазить бессмысленно, надо ждать, наверное, ее. Против нас, кстати, этот рыжий спецназ был, рыжий-желтый спецназ. Заметил, как это мы второй бой играем? Да-да-да. Тоже поехали, в топ, кстати. Вообще закидывает, конечно. Обои 30 минут почти сыграли. Капец просто. Надо допотеешь тогда потом. По поводу этих абсолютного превосходства хотел поспрашивать. Так, я даже не знаю, что тут делать. Просто тут вариант ждать. Дожди, просто, наверное, пока он ошибится сам. И старта вот может в спину тебе заехать. Вафля, кстати, не догадается тоже объехать меня? Да вряд ли, наверное. Ты не уверен в нем? Шайтан-демон, у него ник. Да, не, мне кажется, он будет целить, типа, до последнего, чтобы ты вышел, он тебе дал. А арта вот и не с арта может зайти. Почекать на эту. Да не, меня может переехать спокойно. Гуслей, думаю, чекнуть на лампочку. Походу, могут, он переезжает. Гуслю высунул, не свечусь. Понятно. Или испугаться у нее или нет? В это наступление пошел. Хорош. А сколько 440 ББшкой пройдет? 440. Да пройдет. Надеюсь. Понял. Принял. Так, ну тебя. Вот она КД. Откуда он мог кидать? Вот отсюда? Не? А куда снаряд улетел? Ну, вот справа тебя, справа прямо вот от тебя два корпуса. Походу он реально на воду уехал. Ну давайте 2.5 минуты. Не, нормально, сейчас еще победим. 570 альфа прошла нормально так. Про турниры говорили, там что-то говорят. Какой турнир один-один что проходит. О, ни хрена. Хорош. Ну что? Убивать давай. Нет? Да, убивай, конечно, нахера нужно. Понял. Нормальная каточка. Дим, дай один фраг мне, чтоб пула дали. Ё-моё, лайки, ребят. Это что вытворяет этот камерунец? Кстати, два боя подряд какой-то пот лютый. Что творит этот камерунец, а?